Всем привет. Решил сегодня выйти на каячке. Первый раз в этом сезоне. Вот, нахожусь на Пирита, Водохрон в Юре. Ну и логично, надеюсь на трофей сегодня. Сейчас залез в траву. Покидаю немного неогруженную резину и двинусь уже дальше. Пока что два выхода, ни одной поднятой рыбы на борт, но вдали начинается гром. Я надеюсь, он меня не настигнет. Вот это вот туча гремит. Есть рыба. Ну, хорошенькая такая. О, под каяк уходит. Сейчас под сак возьму. Ты смотри, маленькая бойка это какая. Вот, освободили, пусть плавает дальше. Чпок. Опа, красиво ушло. Первая рыба. Что-то плещет. Продолжаем рыбалку. Но все-таки есть ощущение, что меня накроет вот эта вот туча. Ай-яй-яй. Медленно накрывает. Есть. Бешеная какая. Шнур, блин. Псих маленький. Маленький псих. Все. Пошел купаться. Сидел в коряжке. Дождик. По всем законам рыбалки должен быть отличный клев. Щуки. Она отсутствует. Дождик уже начинает не моросить, а заливать. Что видел я по дороге сюда. Свисшие деревья. Так что спрячусь-ка я там быстренько. Тучка небольшая. Я думаю, что это ненадолго. И вот как раз после дождя, я думаю, клев будет замечательный. Водичка освежится, наполнится кислородом, и рыбка активизируется. Так это все звучит в моей голове, как оно будет на самом деле. Надеюсь, что меня не херанет молнией под этим деревом. Идем на полном ходу. Прятался под деревом. Дождь не прекращается. Хорошие места, которые нужно прокидывать. Здесь рыбка стоит часто. Чик. Чик. Ну вот, дождик прекратился. Посмотрим, верна ли эта теория, что во время дождя и после клюет лучше. Чуть.
чуть не обосрался. Вот такие вот места. Интересненькие. Есть сход, твою мать. Почему не засеклась? Хорошая ж была. На открытой воде рыбы вообще нету. Вся в траве. Сейчас покажу, в какой. Вот здесь стоит вся щука. Все поклевки здесь, все выходы здесь. Одна села, более-менее такая, наверное, полтора-два. Сразу же сошла. Не знаю, нереально ее здесь, по-моему, вытащить. Сразу уходит в траву, путает все. Жесть. А вот моя тучка возвращается, кстати. К вечеру рыба совсем закрыла рот. Еще несколько забросов и домой. Все, выхожу на берег. Сегодня один шнурок. Одна килошечка. Ну, выходов 5-6, наверное. Один сход хороший. И на этом все. Кстати, после дождя клёво не было. На давление. В чем еще причина, не знаю. Ну что, будем пробовать еще в другой раз. До новых встреч.